Программа «Жди меня» разыскивает Павла Груздева. Его дочь Анна живет в Германии и хочет найти знакомых отца и своих родственников. Место поиска – Северодвинск. Ведь именно здесь с 1960 по 1961 годы Павел Груздев работал в драматическом театре. К поиску информации об артисте присоединилась и Мария Воробьева. Большие выразительные глаза, военная форма, портупея и курительная трубка в руках. Это единственная фотография Павла Груздева. По ней 72-летняя жительница Германии Анна ищет знакомых своего отца. Фамилия Груздев напротив роли Ланцова в спектакле «Живые цветы». А вот его персонажи в постановке «Океан» по пьесе Александра Штейна. В Северодвинском театре драмы Павел Груздев отработал лишь сезон с 60 по 61 годы. Сейчас эти театральные брошюрки – единственный документ, подтверждающий, что поиск идет в верном направлении. Информацию об артисте сотрудники Северодвинского драматического ищут по всей области. Котласскому театру примерно столько же лет, как и нашему. Я позвонила в Котлас, мне ответили: у нас нет архива, мы не можем сказать. В Архангельске тоже как бы следы затерялись, но интересно, известно, что интересный факт, что он работал в ТЮЗе в Архангельском. В Архангельске до войны был ТЮЗ, который потом недолго был, потому что началась война, и его просто расформировали. Тогда Павел Груздев уходит на фронт. 21-летний юноша становится командиром саперного взвода 61-й отдельной стрелковой морской бригады. Он участвует в ожесточенных боях на Кестенском направлении. В 1942 году снайперы бригады на Кестенском направлении уничтожили более 1600 солдат и офицеров противника. За отличные боевые действия и отвагу порядка 469 воинов были награждены орденами и медалями. В 1944 году Груздев награжден орденом Красной Звезды, а в 1985-м – орденом Отечественной войны первой степени. Как рассказала журналистам его дочь, отец разминировал половину Европы и дошел до Берлина. В Чехословакии он встретил ее мать, они полюбили друг друга, но по известным причинам не могли быть вместе. Павел так никогда и не женился, даже не знал, что у него есть дочь. Павла Груздева не стало в 69 лет. Нам удалось выяснить, что Груздев Павел Александрович умер в деревне Лавра. Лахта Приморского района Архангельской области. Умер он в 1989 году. И на сегодняшний день нами прорабатывается информация с главами муниципальных образований, которые могут иметь доступ к сведениям о жизни Павла Александровича. Дополнительные данные ждут в администрации к концу недели. Ну а всех, кто владеет какой-либо информацией о Павле Груздеве, просят обращаться по номеру, указанному на экране. Программу о Павле Груздеве журналисты программы «Жди меня» планируют показать на канале НТВ в канун 9 мая. Мария Воробьева, Семен Самигулин, Вестник Северодвинска.